Конец 70-х у нас принято называть эпохой застоя. Не обошел застой и нашу национальную команду, которая в те годы показала свои наихудшие результаты в истории. Греки не очень сильно прибавили в мастерстве, но побеждать их стало гораздо труднее. Игравшая тогда под руководством Никиты Симоняна сборная выиграла первый матч в Лужниках. Мячи два динамовца. Киевлянин Анатолий Коньков и тбилисец Давид Кипиани.